Всем добрый день, меня зовут Яна, и вы на канале интернет-магазина всембусики.ру. Сегодняшнее видео посвящено обзору суперудобных систем хранения, представляющих собой органайзер с множеством ячеек. На данный момент на нашем сайте для покупки доступно три варианта органайзеров, и о каждом из них я расскажу подробнее. Ссылки на них будут в конце видео и в описании под данным видео. Начнем с того, что поговорим о творческом беспорядке на рабочих столах, полках и шкафчиках, а практически каждой рукодельнице. Эти горы фурнитуры, куча всяких баночек, коробочек, пакетиков знакомы всем. Чтобы что-то вообще найти, приходится тратить огромное количество времени и останавливать весь творческий процесс. С такими системами хранения с беспорядком будет покончено раз и навсегда. Все органайзеры выполнены из качественной фанеры и проклеены клеем ПВА, то есть они абсолютно экологичны и безопасны. Первые два варианта органайзеров имеют прямоугольную форму и занимают минимум места на рабочем столе. Они надежны, устойчивы и очень аккуратно выполнены. Одно из главных преимуществ таких органайзеров – это прозрачные контейнеры, которые позволяют очень быстро найти то, что нужно. Контейнеры представлены в двух размерах. Одни контейнеры поменьше, другие контейнеры более глубокие. Оба размера очень вместительные и очень прочные, несмотря на обманчивую хрупкость. Пластик у них действительно надежный и долговечный. Большой контейнер выдерживает массу до 400 грамм. То есть вся тяжелая металлическая фурнитура и крупные бусины, каменные, либо тоже металлические, можно совершенно спокойно размещать в ячейках органайзера. Также очень удобно приступать к работе, просто вынимая несколько лотков, которые вам нужны, и работая прямо из них, ничего никуда не пересыпая, а потом возвращать лотки на место, и на вашем рабочем месте снова чистота и порядок. Второе преимущество, важное для таких органайзеров, это то, что вы можете наполнять его разными размерами емкостей. То есть здесь вот представлено три ряда малых емкостей и один ряд крупных. Также можно заполнить все ячейки только малыми емкостями, либо все ячейки крупными, в зависимости от вида вашей деятельности. Хранить фурнитуру и другие материалы можно также по цветам, по виду, по тематике, и вы будете легко их находить. Также преимуществом является то, что вы можете задекорировать такие органайзеры так, как вам понравится. Вы можете покрасить его в любимый цвет, или использовать декупаж, или что-то на них нарисовать, либо что-то приклеить, какие-то красивые декоративные элементы. В общем, все то, что подскажет вам ваша фантазия. Ну и, конечно, можно оставить их в таком виде. Они красиво выглядят и так. Также с боковых сторон органайзера можно прикрепить гвоздики, какие-то крючочки и подвешивать сюда те же инструменты. Верхнюю поверхность тоже можно использовать в качестве полки. И вот так выглядит третий вариант органайзера. Он немного объемнее, чем два предыдущих варианта, но намного-намного вместительнее. Он вращающийся и имеет четыре стороны. Ячейки в нем более разнообразные. Помимо тех же пластиковых лоточков, тут есть еще открытые ящички. Также выдвижные есть закрытые ящички с ручкой. А также имеются простые полочки, на которые вы можете складывать, например, краски, либо уже готовые украшения, либо то, что здесь будет удобно размещаться. Поверхность также можно использовать как полку. И есть еще отдел сверху для карандашей, либо для тех же инструментов, то есть здесь углубление. Его также можно декорировать любым для вас интересным способом, ну и крепить крючочки ко всем боковым стенкам, то есть их здесь 4, можно разместить и в 2 ряда, либо что-то длинное сюда подвешивать. Такими системами хранения вы освободите максимум места на своем рабочем столе, сэкономите много времени, которое тратили на поиски нужных вам вещей или фурнитуры.
Эти органайзеры, кстати, будут незаменимы не только для рукодельниц или творческих людей. Дети могут также хранить в них много всяких интересностей и полезностей. Это могут быть игрушки из киндер-сюрпризов, либо мелкие детали из конструкторов Лего. Мужская половина с их помощью наконец наведет порядок в своих гвоздях, болтах и гайках. Ну и, конечно, в доме можно также хранить все самое мелкое, батарейки, какие-то канцелярские скрепки, точилки, ластики и многое другое. В общем и целом, это абсолютно незаменимая вещь, которая сильно упростит вам ваш творческий процесс и сэкономит ваше время и нервы. Ссылка на данный товар будет в конце данного видео, как я уже говорила, и в описании под видео. Там же по ссылке вы найдете полное описание этих органайзеров, варианты их заполнения и точные размеры каждого органайзера и пластиковых ячеек. Также хочу отметить, что до конца ноября на них действует спеццена, так что такую возможность упустить нельзя. На этом все. Я хочу сказать спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми видео, ставьте лайки и пока-пока!